Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика я хотел вам сказать то, что я всех сейчас добавляю в друзья, поэтому кто и хочет, добавляйтесь в друзья, ссылочка на мой ВК будет в описании. Также можете присоединяться к нашей беседе, ссылка на беседу также будет в описании. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги, и мы сегодня мы играем в криминалочку на серию Родина РП, первый сервачок. Не забывайте вводить мой ник при регистрации, мой ник Кирилл Путбулови. Если введете мой ник и прокачаетесь до 4 уровня, я получу 250 тысяч, и 150 тысяч я могу отдать вам. Так что обязательно вводите мой ник. Пацаны, вы писали там в комментариях, чтобы я отдал этот трактор Рыжику, ну не этот трактор, его не видите, трактор предыдущей серии, розовый. Вы писали, чтобы я его отдал Рыжику, я решил так и сделать. Сейчас мы поедем на ферму, попробуем найти Рыжика и подарить ему трактора. На самом деле это будет очень необычно, потому что подарить мотоцикл и машину, это мне кажется легко. Но подарить трактор, это будет очень необычно, я не знаю, как человек отреагирует, потому что вам когда-то дарили трактор? Мне лично нет. Я думаю, вам тоже никогда не дарили трактор. Поэтому, пацаны, я думаю, это будет очень интересно. С вас обязательно лайки. Давайте наберем на этой серии 50 лайков. Все, я завожу двигатель своего гиперкара, в скобочках нет, и мы направляемся в сторону фермы. Трактор у нас стоит в Южном, соответственно, я сейчас нахожу Рыжика, мы едем на этой замечательной копеечке в Южный, и я ему подарю трактор. И, возможно, в этой серии купим себе еще какую-то недорогую машину. Либо просто купим машину для розыгрыша, я, честно говоря, не знаю, посмотрим. Короче, пацаны, я приехал на ферму, здесь только один игрок, вот Дан какой-то, он работает на комбайне, и там, скорее всего, стоит вот его машина, я так понял, поэтому я не вижу смысла ему дарить этот трактор, потому что, ну, у него есть машина, я хочу подарить тому, у которого вообще ничего нету, и я считаю, что будет так лучше намного, поэтому я сейчас направляюсь куда-то в другое место и буду искать, короче, Рыжика. Пацаны, тут немножко у меня проблемка получилась. Я просто поднимался на мост, у меня подкинула машину, и она перевернулась, пацаны. Ну все, пацаны, я забрал трактор, но как бы есть небольшая проблемка. Я ту Рыжика могу найти, но он со мной как бы никак не поедет, потому что в трактор можно посадить только одного человека. Ну, то есть один человек только влазит в трактор. Я включил стробоскоп, блин, тусе трактор такой чисто охрененный, мне кажется. Мне даже жалко его дарить, но я просто уверен, что Рыжик его сольет просто в гос потом и все. Этот трактор, хотя в него вложено очень много денег, пацаны, на самом деле вложено. Это помню. Помните, я снимал проект, типа, колхозник, и вот это тот самый трактор получается. Кстати, хотел бы еще напомнить, чтобы вы писали свои идеи в комментариях, что мне, в принципе, поснимать на родине. Реально, пишите свои идеи в комментариях, я все комментарии читаю, поэтому ваша идея будет увидена, если вы что-то напишете. Поэтому обязательно пишите свои идеи в комментариях, пацаны. Я сейчас арендую тачку, буду на арендованной тачке ездить и искать человека, которому я смогу подарить этот трактор. Блин, я думал, на самом деле будет попроще, но почему-то вообще Рыжиков нету, реально. Я не знаю даже, что взять, фокус, либо девятину, либо вообще мотик. Давайте мотик возьмем, на нем будет как-то попроще, мне кажется. 25 тысяч аренда, ебать, копать просто. Ого, ого, да. Так, пацаны, я вроде бы нашел этого счастливчика, я с ним долго разговаривал, но все-таки он согласился. Он типа, почему такая доброта там и так далее, я ему объяснил, что я ютубер, я снимаю видео, поэтому, блин, он ко мне сел, короче. А если дома нету, можно без дома, можно без дома.
Сел карту 19, 10 тысяч. Все, сейчас я ему верну эти 10 тысяч. 10 тысяч я ему возвращаю. Все, катайся, катайся на здоровье. Удачи тебе. Блин, на самом деле это приятно, то, что типа такие подарки ты делаешь. Теперь он будет ездить на вот таком тракторе. Ну что ж, пацаны, я думаю, это будем заканчивать, потому что серия на самом деле затянулась. И поэтому я считаю, что машину уже для конкурса мы купим в следующей серии. Поэтому пишите в комментариях, во-первых, свои идеи. Пишите, хотите ли вы конкурс. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу, добавляйтесь в беседу, добавляйтесь ко мне в друзья. Все ссылочки есть в описании. Всем пока-пока.